С 16 по 22 января Щелковская госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Ремень безопасности» совместно с 5-м батальоном 2-го полка ДПС «Южный» ГИБДД Главного управления МВД России по Московской области. В ходе рейдов инспекторы дорожного движения проверяют автотранспорт на предмет использования ремней безопасности, проводят профилактические беседы и раздают памятки. Житель Щелково Аслан Хабкоев за рулем с 18 лет и знает, что ремень безопасности спасает жизни и здоровье людей. Ремень безопасности, он спасает жизнь и водителю, и пассажиру. Пристегиваться надо обязательно. Без ремня это, скорее всего, человек пострадает, может и погибнуть. Как известно, статистика – вещь упрямая, и она говорит о том, что многие пренебрегают ремнями безопасности. Только за первые две недели этого года щелковские инспекторы дорожного движения оштрафовали 52 водителей за управление транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности. За прошлый год штрафы были выписаны более 1300 беспечным водителям. Согласно статье 12.6 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, да, штраф в размере 1000 рублей. И поэтому госавтоинспекция Щелковская призывает всех водителей и пассажиров быть законопослушными, пристегиваться ремнями безопасности, беречь себя и своих пассажиров, а главное наших детей. Рейды по соблюдению ПДД продолжатся. В этом году перед органами госавтоинспекции поставлена задача проводить их чаще. И уже сейчас показатели безопасности на дорогах за аналогичный период прошлого года изменились в лучшую сторону. На 55% уменьшилось количество ДТП, на 35% количество раненых в дорожных происшествиях. Каждый водитель может увеличить этот процент, пристегнув ремень безопасности и напомнив о необходимости об этом своим пассажирам. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.